Ехали на тройке с бубенцами, народно гуляли, но, может быть, не так аутентично. Катались с горок, но, может быть, не так экстремально. Ели вкусно. Оливье, селедка под шубой, рыба, колбаса. Словом, получали удовольствие, почитая все рождественские каникулы. И это здорово. Правда, согласитесь, и позитивные эмоции большими объемами – это для нас тоже стресс. А посему здравствуйте, дорогие друзья, в полном смысле этого слова – здравствуйте. И давайте позаботимся о главном – об иммунитете. Когда организм ослаблен трудовым энтузиазмом или продолжительным отдыхом, неважно, не секрет, очень просто наступить на какой-нибудь микроб или вирус, и дальше все понятно. Однако есть ряд спасительных продуктов, которые, если употреблять их более-менее регулярно, даже в разгар эпидемии, не заболеешь. Вот, к примеру, гранат. В нем удачно сочетается 15 аминокислот и 4 важных витамина С, П, В6 и В12. Без аскорбинки, все знают, в холодное время года сложновато, да и любым сезоном тоже. За витамин П будет благодарна сосудистая система. В6 ведет на пользу нервным клеткам, а В12 положительно влияет на кроветворение. В гранате также содержится йод, калий, кальций, железо и кремний. Съедайте за обедом один гранат или балуйте себя двумя стаканами сока этого фрукта. И это надежное противовоспалительное средство и вкусный способ укрепить организм. Но у граната есть и обратная сторона медали. Он противопоказан всем, кто страдает гастритом или повышенной кислотностью. Налегая на его сок, можно укрепить иммунитет, но получить проблемы с зубами. А посему гранатовый сок лучше пить грамотно через трубочку или предварительно пожевав кусочек сыра. Сыр защитит зубы от кислот и пигмента. А еще лучше, если по гранату в день это для вас слишком, периодически баловать себя вот таким салатиком. И лук в нем не горчит, и граната в меру, и все витамины на месте. И вкусно. Салат с луком и гранатом. Лук нарезать на полукольца, залить кипятком и сразу же слить. Залить потом минут на 20 водой кипяченой, солью и сахаром. Опять слить. К луку добавить зерна граната и мелко нарезанный укроп. Заправить смесью гранатового сока и оливкового масла. Так и хочется сказать, прекрасный гарнир к мясу и птице. Приятного аппетита и бодрого начала нового трудового года. С вами была Жанна Соловьева. Пока!